Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, потому что мы хотели бы напомнить всем нашим жителям, что патриотизм не лишний, потому что все мы участники делаем очень хорошую продукцию, и у нас как-то не привыкли, что в первую очередь мы должны поддерживать друг друга. Мы в одном лице и жители, и работники. Вот я бываю в Германии, и когда бываешь в области, где делают BMW, там никто не позволит себе ездить на другой машине. Или в области, где производят Audi. Они гордятся этим. Почему мы до сих пор никак не научимся, что нужно поддерживать и морально, и практически? То есть мы должны объединяться.